Рейд только начался, госавтоинспекторы остановили водителя на отечественном автомобиле. На нем установлен, как говорят, неродной глушитель. Громкость выхлопной системы проверяют с помощью шумомера. Замеры производятся на холостом ходу. Для этого водителя попросили выжать педаль газа до 3000 оборотов. Автомобиль может быть громким из-за неисправности выхлопной системы, но это не тот случай, говорят инспекторы. Устройство показало, у этой машины уровень шума выше допустимого. Громкость выхлопа легковушки по ГОСТу не должна превышать 96 дБ. 96 должно быть. 118. Вот, смотрите. Госавтоинспекторы попросили нарушителя пройти в машину ДПС. Будет выписан штраф в размере 500 рублей по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. В свою очередь, водитель по-прежнему утверждает, что такой шумный глушитель установил ненарочно. Старый глушитель, получается, сгнил, и я поставил этот глушитель, вот и все. Специально такой шумный? Нет, я даже не думал, что так будет. Помимо штрафа, любителю шумной езды в течение 10 дней необходимо приехать в ГИБДД на станцию техосмотра с устраненной проблемой. Для сравнения, шум выхлопной системы измерили и на автомобиле, где стоит родной глушитель. Результат у вас составил 91,8, допустимое 96, получается, забил. Тюнинг глушителей и усилившийся от выхлопа неприятный токсичный запах рано или поздно привлечет внимание представителей госавтоинспекции. Теперь такие рейды будут проводиться регулярно. Диана Янтимирова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.